Всем привет, дорогие зрители, с вами Майн, и сегодня мы играем Handles Миллионер. Так, здесь нужно как бы рукой забирать деньги через гильотину. Итак, первая купюра, это доллар. Так, у нас осталась одна рука, правая или левая, не, скорее правая, так. Раз, так. Вообще не знаю, как я это сделал, но... Ну, так, $100, так, раз. Так, я понял. Так, фух, 1000 баксов, просто 1000 баксов. Так, а не, 500 баксов. Можно как-то все забрать, уйти? Нельзя? Есть! Вообще не понимаю, как я это делаю. Так, $1000. Я просто бог, осталось 4 купюры. Блин, я почти забрал. Выигрыш отправить, пропустить. После потери второй руки запретили вам подходить к гильотине. Так, отправить. Так, давайте еще раз попробуем. Так, мы только что выиграли 1000, сколько там. Так. Здесь очень. Здесь как бы такая задержка есть, вот именно здесь надо. А у него только пальцев нету, чё ты ревешь? Ай. Стала вторая рука. Так, 500. Итак, а на этом все. С вами был Майн. Подписывайтесь на канал. Ссылочка на эту игру будет в описании. Пишите комментарии. Всем удачи, всем пока-пока.